Всем привет! В главном карде турнира UFC 267 состоялось возвращение непобежденного бойца из Швеции чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который вышел на свой четвертый бой в промоушене, чтобы испытать себя против 11 номера рейтинга полусреднего веса Ли Джинлинга. Чимаев сразу же начал поединок с успешного прохода в ноги, попутно переговоря с Дана Уайтом. Переведя оппонента в партер, он быстро забрал спину, Хамзат стал забивать Ли, после чего принялся душить. Чимаеву понадобилось несколько попыток, чтобы довести начатое до конца. Китайский боец пытался сопротивляться, сигнализируя рефери, что с ним все в порядке. Однако вскоре он уснул, так и не постучав в знак сдачи. По итогу Чимаев победил, не пропустив ни одного удара. И более того, китайский боец даже не выбросил ни одного удара. Всем спасибо за внимание, друзья, проявите активность под данным роликом. Жду от вас лайков и комментариев. Спасибо.